Привет, меня зовут Артём, и мне 13 лет. Больше всего в жизни мне нравится кататься на велосипеде с друзьями, и еще я люблю кататься на лыжах с своими родителями. Мне никогда не бывает грустно, потому что я очень жизнерадостный и активный. А мой любимый цвет красный, потому что когда я в детстве смотрела мультфильм «Тачки», главный герой был красного цвета. Мне нравятся люди, которые щедрые, позитивные, креативные и могут помочь в любой ситуации. А не нравится в любом человеке то, что он может соврать тебе. Я боюсь одиночества, ведь мне очень важна поддержка и внимание со стороны друзей и близких. Я очень сильно хочу стать журналистом, потому что это очень хорошая профессия, и она очень креативная и занимательная. Если бы у меня был миллион, я бы потратил его на новый велосипед и купил бы себе видеостудию. У меня есть любимая книга, это книга про киберспорт. Ведь там рассказаны все секреты и тайны киберспорта. Моя мечта — стать журналистом на профессиональном уровне.